В начале первого тайма у нас были проблемы, как-то не могли включиться в игру, не могли отработать взаимодействие вратарь-защитник. Но во втором тайме после тайм-аута, после подсказок тренерского штаба мы собрались и показали достойный результат. Не справились с бросками Полины Шарковой в начале, не успевали за таким хорошим движением Астраханочки, были какие-то моменты, да, и вратари в первом тайме тоже слабенько. Второй тайм мы сделали работу над ошибками, и второй тайм уже сыграли совершенно по-другому, от защиты удалась контратака, и сократили количество потерь. В первом тайме все-таки было многовато.